Мурманчан вновь покажут на федеральном канале. На этот раз отличились заполярные знатоки, которые боролись за звание самой умной команды страны. 3 марта в 22:30 в эфире телеканала НТВ состоится премьера интеллектуального шоу «Brain Ring». Наши знатоки во время двух отборочных и двух финальных боев встретятся с командами из других городов страны. По правилам игры участники, сумевшие первыми набрать 5 очков, выигрывают, а победитель двух финальных поединков получает возможность выступить в следующем этапе турнира. Я абсолютно точно могу сказать, что это будет интересно, и вы точно не будете разочарованы. Мы играем как раз-таки в первом эфире, в первой игре. Поэтому, конечно, мы всех зовем посмотреть на нас, поболеть в субботу в 22:30.